Друзья, привет! Как видите, у меня новый образ. Мы с вами давно в кадре не виделись. Еще осталось еще покраситься, и вообще будет замечательно. Собственно, ходила я в салон красоты. Я вставлю фотку. Там, к сожалению, у меня не было возможности поснимать, потому что совершенно не было времени. Стриг меня не мастер, а ученик. И это все очень долго продолжалось. Почти 3 часа меня стригли, поэтому то встань, то сядь, то повернись. Снимать там совершенно было некогда. Хотя хотела поснимать, но просто не было возможности. Я вставлю фотографию, как если вдруг вы забыли, как я выглядела. Я сидела там в салоне, себя сфотографировала. Если получится ее вытащить с телефона и вставить, я постараюсь вставить. Вот. И, собственно, теперь у меня такой образ, не совсем то, что я хотела, но все же лучше, чем было. Вот, и осталось только покрасить. Я сейчас буквально с улицы, у нас такой мороз, сегодня, наверное, минус 18 или 20, жутко холодно. Я вот так вот с закрытая вот так вот с этим, с шарфом, и когда идешь, дышишь, и прям вот весь край этого шарфа, он прям изморозь такая образуется, очень холодно. И я заходила в новый магазин, называется вот так вот «Ярче». Я такой магазин у нас не видела, я заходила его, ездила в гости к Анютке. Анютка, тебе огромный привет, я уже дома, и заходили мы вместе в этот магазин. Я вам хочу сказать, что очень хороший и смешные цены, такие очень недорогой магазинчик. Кто в Москве живет, обратите внимание, может быть, и в других городах есть такие магазины, называется он магазин «Ярче». Бюджетные цены, и хотела вам показать, что я взяла. Взяла вот такое печенье, оно само по себе шоколадное, плюс еще с одной стороны полито шоколадом. Печенье сахарное с какао глазурью глобус производства. Стоило оно мне 29 рублей 30 копеек, и здесь у нас 250 грамм. Дальше. Вот такие вот вафельки Яшкино. Вообще это типа мяфли, мягкие вафли с начинкой. Стоили они мне 21 рубль 50 копеек. У нас вот даже в Магните самый дешевый — это 27 рублей. Продукцию Яшкино я очень люблю и уважаю. Еще взяла вот такой шоколад, тоже Яшкино. Впервые вижу вообще, чтобы шоколад Яшкино был. И стоил мне вот эта плитка, стоила 27 рублей 90 копеек. Я таких цен вообще очень давно не видела. В составе на первом месте идет какао-масло. Обратите внимание. И еще взяла вот такой крекер. Крекер сухой с розмарином. Мне нравится такой с травами, с итальянскими, вот с розмарином. Он стоил мне 14 рублей 80 копеек. И здесь 180 грамм. Это вообще, можно сказать, даром. И еще взяла вот такой чай Мэтр. Мне очень нравится эта фирма. Вообще очень хорошие качественные чаи. А вот такие чаи здесь идет как бы, по-моему, по 2 или по 3 пакетика. Здесь 5 разных сортов. Дао-ча, лун-ча, анси-ча, сен-ча и мао-ча. Это все зеленые чаи. И стоил он мне 73 рубля 50 копеек. Вы не представляете, это так дешево. Я просто в шоке. И еще хотела с вами поделиться. Мне буквально вчера пришла посылочка. Хочу ее вместе с вами распаковать. Я уже сняла почтовую упаковку, потому что она просто страшная, безумно была. И плюс еще перепутали мою фамилию, написали неправильно.
Вот, и давайте с вами вместе распакуем. Я ее уже открываю. Та-дам! И здесь у нас косметика. Вообще, фирма, с которой мы как бы заключили сотрудничество, они смогли предоставить только два средства на обзор. Вообще, ну, хотелось как бы выбрать какие-то средства под себя, но они предоставляли по умолчанию только два определенных средства, которые нельзя было выбрать, то есть только вот только эти. И, собственно, я получила, значит, биоскраб минерально-солевой комплекс для гигиены и глубокой очистки кожи тела и ног. Вот такая вот баночка, довольно красивая, она запечатанная. Я уже буду делать обзор отдельно и покажу, все расскажу. Он довольно тяжелый такой, довольно весомый образец. К сожалению, веса я тут здесь как бы на упаковке не вижу. Но он довольно тяжеленький. Вот, еще вот такое что-то. Давайте вместе распакуем быстренько. Может, я еще ничего не открывала. Хотя, в принципе, я знаю, что там. Но вам же тоже интересно. Я же знаю. Вам тоже интересно. Так что давайте... Давайте распакуем. Так. Очень хорошо, качественно упаковано. Ничего не повредилось при пересылке. Так, здесь маленький, какой-то маленький... Маленькая коробочка. Не хочет, ой, не хочет упорно доставаться. Так, сейчас. Очень хорошо запаковано, прям качественно. Даже не знаешь, с какой стороны подобраться. Правда, все очень крепенько так. Маленький флакончик, маленькая коробочка. Так, запах через упаковку. Это лак Демиктен. Так, высокоэффективный косметический препарат. Это для устранения акне, угрей и прыщей. Он незаменим для обработки кутикулы, замедляя ее рост при обрезном маникюре, помогает избавиться от трещин на пятках, роговения кожи на ступнях и локтях. Вообще, я заказывала несколько другую вещь. Неожиданно, потому что я заказывала лак противогрибковый для ногтей. Это несколько другая вещь, я уточню у производителя, как бы это, ну, подходит он для того, для чего я думала. Вот, и, собственно, здесь газета, и здесь еще положили мне подарочек, это биомаска, нежная биочистка. Компания, кстати, BioBeauty называется. Натуральная косметика, 100%. Я с этой маской не знакома. Мне положили две масочки. Сейчас посмотрим с краешку, что это. Это сухая маска, ее нужно разводить водой. Здесь сразу инструкция. Смочить водой до состояния мокрого песка, нанести на влажную кожу, через 30 секунд смыть водой. Представляете? Нанесли, еще не успели ничего сделать, 30 секунд отсчитали, и все, и надо смывать. И потом вы супер-пупер красивы. Вот, такая была посылка, и такие были скромные покупки. На магазин советую обратить внимание, я такого магазина не встречала ранее, называется Ярче. У них есть сайт ярче.ру, посмотрите, может быть, он есть в ваших городах, обратите внимание. Достойные магазины и очень смешные цены.
Вот, и по ссылочке, собственно, будет отдельный обзор. Кстати, подписывайтесь, кто не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и вообще быть в курсе событий моего канала. И увидимся с вами в следующих видео. Оставляйте комментарии, участвуйте в жизни канала, и будет вам счастье. Кстати, хочу сказать, что скоро, когда на моем канале будет 500 подписчиков, я плавно приближаюсь к этой сумме, у меня будет конкурс, так что делитесь моими видео в своих соцсетях, приглашайте друзей, и скоро будет конкурс. А мы с вами прощаемся, пока-пока!